Из обращения, поступившего в полицию от молодой нефтекамки, следует, что ДТП произошло 23 августа. Водителю авто на вид 30-40 лет. Он был за рулем синего Ford, колпаки на котором серебристого цвета. Особых примет водителя девушка не запомнила. Сообщила лишь, что он был среднего телосложения и одет во все темное. 23 августа 2020 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Нефтекамску поступило сообщение о том, что девушка взяла на прокат электрический самокат, ее сбила машина по адресу город Нефтекамск, проспект Юбилейный, дом 17А. И после происшествия водитель автомобиля скрылся с места ДТП. По данному факту просим всех очевидцев позвонить в дежурную часть отдела МВД России по городу Нефтекамску по телефону 229-02 или 02.